мой черед, Астерикс! Твоя очередь, Обеликс. There?
твой черед, Астерикс! Твоя очередь, Обеликс! Твой черед, Астерикс! Твоя очередь, Обеликс! Астерикс, мне кажется, мой Менгир что-то нашептывает. Я думал, это ты заклинатель Менгиров, Обеликс. Я не шучу, Астерикс. Ну хорошо, и что же именно он нашептывает? Он говорит, берегитесь. На этот раз я с ним согласен. Цезарь! Юлий! Приветствую вас, галлы. Вы пришли с подарками? Может быть, сюрпризом? Не в этот раз, о Юлий. Тогда я позволю вам вернуться на вашу вечеринку. Мне нужно заняться садами. Этернум вале, галлы. Мы пришли за Виной Гандир, и мы знаем, что ты прячешь ее в своем дворце. Да, я похитил ее, чтобы сломить сопротивление жителей острова Туле, и сейчас он вошел в состав моей империи. Сивиспасом парабеллум, как я люблю говорить. И я пустил вас внутрь не для того, чтобы вы освободили ее, а чтобы завладеть... Дайте мне волшебный камень! Видишь, Астерикс, он даже не знает, что он называется кристаллическим менгером. Молчать! Я узнал о возможностях менгира из докладов Марка Джинтоникуса, и не волнуйтесь, я буду мудро его использовать. Юлий, ты же должен понимать, что мы не можем отдать тебе то, что не наше. Этот камень принадлежит Авине. Вы хотите поиграть со мной, галлы? Очень хорошо. В таком случае игра началась. Алея Джакта Эст. Mm-hmm.
На этот раз вам не уйти, Галлы! Осторожно! Эта штука пытается захватить Менгир! Обеликс! Менгир! Слишком поздно! Ха-ха-ха-ха! Молодец, Марк Джентоникус. Ты выиграл поездку в Галлию. В Галлию? Но Цезарь за что? Ты будешь сопровождать в Арморику меня и мою армию. Это будет твоим последним заданием перед возвращением в Рим. С помощью кристального менгира мы заморозим котел с волшебным зельем надоедливого друида. А затем с его помощью мы притянем все отвратительное оружие галлов и оставим их деревню в руинах. И вся Галлия покорится нам. Вся, Цезарь? А что с этими двумя? Посади их к женщине, которую они хотели освободить. Спасибо! Спасибо тебе, Идификс! Наконец мы на свободе! На свободе! Не упади за борт, Обеликс. Твоя очередь, Обеликс. Все сюда! Не упустите их! Твоя очередь, Обеликс. Авина? Это ты? Авина? Да, это я. А кто вы, Галлы? Я Астерикс, а это мой друг Обеликс. Панорамикс прислал нас за тобой. Панорамикс? Значит, вы получили мое письмо? Пожалуйста, скажите мне, что Снефель Кельёкль цел. Сказать ей, что теперь он называется кристаллическим менгером? К сожалению, священный камень попал в руки Цезаря, и он хочет использовать его против нашей деревни. Я даже вижу заголовки в газетах. Вся Галлия полностью захвачена Римской империей. Вся? Да. Нельзя терять время. Найдите способ освободить меня. Мужайтесь, гордые воины Верцингеторикса. Спасибо, Галлы. Время уходит, Авина. Флот Цезаря уже отплыл. Но экономический кризис больше не поможет. Скорее в порт Остии. Возможно, нам удастся найти корабль в Галлию. Наши герои поспешили в порт Остии, где они нашли брошенную лодку и отплыли в Галлию. По пути им посчастливилось встретить своих старых друзей, шайку веселых пиратов. Как ни странно, пиратский корабль таинственным образом пошел ко дну сразу же после встречи. И вскоре впереди показалось побережье Арморики. Смотри, это наш барт, Какофоникс.
Эй, Какофонекс, сюда! Римляне! В другой части деревни хозяйничают римляне! Надеюсь, Панорамикс всем раздал волшебное зелье. Панорамикс заморожен. Римляне перемещают Менгир при помощи подъемного крана. Он разрушает все на своем пути. Бедный Панорамикс. Они также подожгли весь наш запас зелья, и все наше оружие, как по волшебству, улетело из деревни. Кажется, они ждут подкрепления перед тем, как пойти в атаку. Какофоникс, а ты не знаешь, где Цезарь? Он наблюдает издалека, он в восторге. Деревня терпит поражение. Астерикс, нам придется сдаться. Нет, мы будем драться до конца. Пошли, Обеликс, покажем римлянам, что у нас серьезные намерения. Ладно, римляне за мной. А я попробую разморозить бедного Панорамикса. Теперь, когда мы остались одни, Цезарь, у меня есть для тебя маленький сюрприз. Красивый и холодный. Во имя Юпитера, что на тебя нашло? Неожиданное желание сместить тебя, Цезарь! Предатель-заговорщик! Дени Види Винчи! Ха-ха-ха! Прекрасный день, чтобы покончить с Цезарем и гадкой гальской деревней! Я новый Цезарь, и Галлия будет завоевана благодаря мне! Ты ничего не забыл, Марк? Астерикс, Обеликс, что вы здесь делаете? Мы пришли освободить нашу деревню, а ты тут заморозил Цезаря. Заморозил Юлия. Этот джентоникус чокнутый. Легионеры, ко мне! Эти галы заморозили нашего любимого Цезаря! В атаку! Астерикс, у него мой менгир. Дайте мне менгир, он мой! Ни за что! Ты неправильно с ним обращаешься! Твоя очередь, Обеликс! У меня есть и другие осколки в рукаве! Я хотел сказать карты! Опа! Похоже, здесь становится жарко, Астерикс! Ха-ха! Я слишком устал для этого. Нет, работа с менгирами требует точности и большого опыта. Слишком мал для нас двоих.
Множественная атака! Если хочешь знать мое мнение, Астерикс, нас немного зажали. О, все немного осложняется, Обеликс. Обеликс, ты не мог бы... Нет! Может, поставим его красивым памятником в центре деревни? Нет, друзья, давайте сделаем то, что мы еще никогда не делали. Давайте освободим его. В этом весь ты, Панорамикс. Ты прав, Панорамикс, наш дорогой друид. Обеликс, попроси свой менгир освободить Цезаря. Клянусь Юпитером, спасибо вам. Несгибаемые галлы, в этой битве я должен был победить. Несомненно. Победить, но я проиграл. И как обычно говорит Цезарь, победителям дается право навязывать побежденным все, что они пожелают. О чем он говорит, Астерикс? Он цитирует сам себя. Все цезари чокнуты. Вы снова победили. Просите у меня всего, чего хотите. Отлично, в этом случае прикажи своим войскам покинуть Туле, а затем уезжай домой, Юлий. Как скажете, даю слово Цезаря. Ваши желания, мои приказы, галлы. Тули будет свободен. И в грядущие века никто никогда и не узнает, что нога римлянина ступала на Туле. Я вернусь в Рим, но еще ничего не закончено. До новой встречи! Меньшего мы от тебя и не ожидали, Юлий. Он пришел, он увидел, он проиграл. Как повезло, что я сочиняю небольшую поэму о гальской храбрости. Не обращай внимания, Вина. Ее высекут на камне, и я отправлю тебе его с почтовиксом. Галлы, вы показали себя настоящими храбрецами. Астерикс, ты был несравненным защитником Снефелькель-Йокля. А ты, Обеликс, как никто другой, смог пронести кристаллический менгир и его силу. Этот менгир просто очаровательный. Даже Идификс стал немного ревновать. И вновь Снефелькель-Йокль показал... Как опасен он может быть в плохих руках. И поэтому я торжественно прошу уничтожить его в следующее полнолуние. Обещаем тебе, мудрая Авина. Панорамикс, мой дорогой друг, прими этот дар в знак благодарности за все то, что ты сделал для моего народа, для моего острова, для Туле. И на память о нашей встрече. Авина, я всего лишь... Ничего не говори, дорогой друг. Спасибо тебе еще раз. Они отпраздновали успех своего необычного приключения традиционным банкетом, который длился до глубокой звездной ночи. Обеликс забыл про свой любимый менгир, как только подали жареного кабана, а Астерикс развлекал жителей деревни рассказами об их невероятной Одиссее. И только Панорамикс витал в облаках и предавался ностальгическим воспоминаниям, глядя на подарок своей подруги Авины. Дорогие друзья, благодаря вашему путешествию вы смогли поддержать легенду о нашей драгоценной Арморике, а вместе с ней и легенду о храбрых галлах, которые там живут. Преодолев трудности, с которыми вы столкнулись, вы... о чем я говорил... Эй, да это микроиды! Они из лютеции! Если вы когда-нибудь встретите моего зятя Гомеопатикса, поцарапайте ему колесницу! Деревня
разрушена. Деревня подожжена, но деревня освобождена. Молодцы!